С маленькими школами самоуправления нету. Самоуправление просит Министерство образования изменить подход и, по их мнению, следует разработать план постепенного выравнивания между городскими и сельскими школами. Дума также просит чиновников определить максимальное количество школьников, при котором учебное заведение на селе должно подлежать закрытию. Самоуправление с этим не справится, потому что самоуправление любой председатель на сельской местности это сравнивает как-то с самоубийством, думая, что потом уже его не выберет. Мы все понимаем, и в том числе профсоюз, с которым мы встречались неделю назад, что не получится поднять заработные платы учителям, если не будет ясности о такой, какая сеть у нас в Латвии будет через год уже. Министр признал, что сельские школы требуют довольно больших затрат, однако пока, по ее мнению, нет аргументов сомневаться в качестве их образования. Нужны дискуссии, здесь будут аргументы и за, и против. Сегодняшний разговор призывает больше углубиться в эту проблему в сотрудничестве с Союзом самоуправления, Министерством регионального развития и профсоюзом работников образования. Уделить ей больше внимания в связи с моделью оплаты труда педагогов, над которой сейчас работает министерство. Призванная разработать новую модель оплаты труда педагогов, рабочая группа Министерства образования должна завершить свою работу в августе этого года. Представители Думы относятся к ее работе весьма скептически. В первую очередь из-за большого количества членов. В группе работает 50 человек. По опыту думцев, такие громоздкие объединения обычно создаются для процесса, а не для результата. Валерий Смирнов, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.